Ваша честь, это заявление, которое я хотел бы представить, значит, и дать заявление суду о привлечении нас, Валько Вячеслава, как электорального конкурента, к судебному процессу. Я передаю секретарю судебного заседания заявление о привлечении. Также я уведомляю вас, госпожа Панова, что нами было отправлено на электронную почту суда, значит, данное заявление. Вы отказываетесь в приеме заявления. Я оставляю его у секретаря судебного заседания, а вы отказываетесь. Да. Значит, уважаемая коллегия, я, значит, говорю, что я сейчас же, значит, обжалую, согласно 205 статье административного кодекса, сейчас же обжалую ваше решение. Вы должны немедленно передать дело в высшую судебную палату. Хорошо, все. Главное, сейчас зафиксировал, больше ничего не надо. Извините, вы секретарь судебного заседания, вам пришло на электронную почту 15 минут назад наше заявление о привлечении нас в качестве третьей стороны. Я вас об этом уведомляю, прошу пойти в канцелярию и получить наше обращение и приобщить к материалам дела. Девушка, вы отказываетесь от этого? И что теперь? Ну, судебное заседание продолжается, мы сделали обращение. Пожалуйста, примите наше обращение. Вы занимаетесь делопроизводством, вы секретарь судебного заседания. Вся почта, которая приходит на имя суда, должна вами обрабатываться и представляться суду. То есть вы отказываетесь это делать. Дайте вашу почту, мы сейчас представим вам. То есть вы не хотите принимать и создаете препятствия для получения заявлений от других электоральных конкурентов. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю? Вы предупреждены об ответственности за должностные преступления? Вы знаете, да? Хорошо. То есть вы сейчас мешаете процессу. Да. Пришло на электронную почту 15 минут назад наше заявление о привлечении нас в качестве третьей стороны. Я вас об этом уведомляю. Прошу пойти в канцелярию и получить наше обращение и приобщить материалам дела. И что, вы отказываетесь от этого? И что теперь? Судебное заседание продолжается, мы сделали обращение. Пожалуйста. Примите наши обращения. Вы занимаетесь делопроизводством, вы секретарь судебного заседания. Вся почта, которая приходит на имя суда, должна вами обрабатываться и представляться в суд. То есть вы отказываетесь это делать. Дайте вашу почту. То есть вы не хотите принимать и создаете препятствия для получения заявлений от других электоральных конкурентов. Я правильно понимаю? Вы предупреждены об ответственности за должностные. Вы знаете, да? Хорошо.
Bună, să vă mulțumesc. Даже не думай трогать его. Я передаю секретарю судебного заседания заявление о привлечении. Также я уведомляю вас, госпожа Панова, что нами было отправлено электронную почту суда на данное заявление. Вы отказываетесь в приеме заявления. Я оставляю его у секретаря судебного заседания. А вы отказываетесь. Да. Уважаемые коллеги, я говорю, что я сейчас же обжалую, согласно 205-й статье, сейчас же обжалую ваше решение. Вы должны немедленно передать дело в высшую судебную палату. Спасибо большое, уважаемый судья.